Первенство Московской области по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет завершилось во Дворце спорта Борисоглебский 3 февраля. В нем приняли участие более 60 спортсменов со всего региона. Юноши и девушки 2002-2007 годов рождения разыграли 32 медали в одиночном, парном и смешанных разрядах. Высокие результаты показали спортсмены из Звенигородского училища Олимпийского резерва номер 2. Им удалось завоевать сразу 6 золотых медалей.